Возможно, я побоксирую с кем-нибудь. Я бы провел время. Вот я, например, приехал с одним блогером и поработали. Да, и поработали мы с ним стойки. Весело было. Весело. Блогер не пострадал? Не пострадал. Все посмеялись. Всем весело, хорошо. Разошлись. То же самое, только с хорошим гонораром. Всем весело. Никто не пострадал. Разбежались. Вот так Магомед рассуждал еще до боя против Владимира Минеева. И 25 февраля он действительно выйдет на боксерский ринг, но, скорее всего, будет не до смеха. Ведь драться он будет не с блогером, а с профессиональным боксером, который на ринге провел 11 лет и 46 боев. А фанатам в России точно запомнился по брутальному финишу в бою с Дмитрием Кудряшовым. Всем привет, меня зовут Ярослав Степанов, и в этом видео мы попытаемся понять, что Мага планирует делать в ринге на протяжении 4 раундов по 3 минуты. Чтобы не проиграть Аларванджу Дурадолли, который и в 41 год много на что способен. Тут же объяснение, почему команда Исмаилова не очень хочет, чтобы Александр Шлеменко в марте подрался с Фаридуном Адиловым. Будет интересно, ведь в собеседниках Рамазан Исмаилов. Всем приятного просмотра. Итак, Рамазан, вот тут вечер, когда проводили турнир Fight Nights, когда был турнир ACA, когда персидский дагестанец дрался с Арби Эмиевым, когда Вячеслав Дацак дрался с Зелимханом Пулеметчиком, вот когда все эти бои были, под шумок был объявлен бой Магомеда по правилам бокса. А когда вы на него согласились? Ну, это где-то, вот, может, месяц назад, где-то, по-моему. Примерно так, да. Ну, уже вот месяца 2-3 недели назад, вот так. Ну, так-то, может, месяц-полтора, насколько я вот в курсе. Мухаммад меня спросил, как смотришь на этот поединок. Потому что я сказал, я-то неважно смотрю на этот поединок. Так я сказал, что я лучше в своей стихии драться. Но если, все, если правильное финансовое предложение, то если там все зависело от суммы, понимаете, все зависит от, будем честны, все зависит от денег. Если нормальная сумма денег, то и там, может, как бы с любым соперником. Ну, не считая там таких знаковых легенд нашего спорта, не считая там с любым соперником Мухаммад, например, готов выйти на противостояние. Ну вот, когда обычно предлагают бои там по правилам ММА, вы, например, можете там взвесить все за и против, прикидываете, что нужно сделать в тренировочном лагере, чтобы победить и так далее. А вот как тут происходил подбор? То есть были ли альтернативы и были ли какие-то сомнения, вот соглашаться ли? Сомнения, я же говорю, видимо, я могу сказать так, сомнения перекрывают финансовые предложения, все сомнения. Вот так там, я не лезу туда внутрь вообще, я просто там достоин, я говорю, если этого боя нам не надо, мое мнение, я ему сказал, не надо этого боя нам. Но если там правильное финансовое предложение, которое тебя устраивает по всем позициям, то будем газовать, брат. Он говорит, устраивает, и вот, как бы неплохое, говорит, устраивает, и вот мы газуем. Конечно, это рискованное противостояние заходить чужому в его, как бы на его территорию. В любом случае, Мухаммад на то и Мухаммад, что он готов принимать тяжелые вызовы и удивлять, что и постараемся сделать. Видимо, каналу РЕН-ТВ и всем людям, которые организовывают, Мухаммад как боец, с такими именами, там, как Джиган, там, к примеру говорю, я не уменьшаю их тоже достоинство, с такими бойцами, которые показательный бой не интересен. Мухаммад интересен, как боец с таким опасным оппонентом, поэтому так-то лучше было бы, если какой-нибудь показательный бой, заработать денег и шоу сделать, и безопасно подвигаться, но не получилось. Им не интересно такое противостояние. Им интересен Мухаммад с опасным соперником, от которого есть угроза. От этого человека, Дурадолла, от него есть угроза, реальная угроза. Кто любитель спорта, знает, о чем я говорю. Тут такая картина, что Магомед Исмаилов такой базовый борец, человек, который последние годы плотно тренируется именно, как боец смешанного стиля, да, там борется, бьет и все остальное. Он выходит против профессионального боксера, у которого практически 50 боев именно в этой дисциплине, у которого есть, очевидно, нокаутирующий удар. И я так понимаю, вы вот поэтому не очень за такой бой были изначально. Конечно, я вообще, честно говоря, я не за, чтобы мой брат вообще выступал уже. Но я хочу, чтобы он уже другой деятельностью занялся. Но я так вижу уже. Все равно я переживаю тоже каждый поединок. Тоже эмоциональный стресс через, чуть-чуть
чуть-чуть тяжело видеть, все равно ты переживаешь, это вот через тебя проходит, лишние седые волосы появляются, каждый бой брата. И это же спорт, мы же не знаем, как любой из поединков вот, может закончиться. Мы много примеров есть, где человек инвалидом оставался, ну не дай бог, конечно. Все равно это тоже с головой, это тоже в голове сидит, что один удар может все завершить, всю карьеру спортивную, и потом нужно будет оставшиеся годы жизни лечиться. Понимаете? Это, поэтому, ну, как бы пока есть порох пороховница, вот так Мухаммад газует, а я поддерживаю его в любом случае. Хотя я, например, хочу, чтобы он как можно быстрее завершил. А так, раз он газует, он в себе видит огонь, он хочет, то уже я буду поддерживать его. Вот ну, так. А вот сейчас, получается, остается 24 дня до боя, вы находитесь на сборах в Таиланде, а вот понимаете ли вы, что нужно сделать, чтобы Магомед 25 февраля вышел с профессиональным боксером и смотрелся не хуже, чем он на ринге? С маленькой колокольни своей есть свое видение, как надо тактический бой построить с этим человеком, есть. Бой покажет сам, ринг все покажет, в ринге все увидите, всю работу, и я думаю, Мухаммад не перестанет удивлять. Я просто, знаете, впервые вижу, как вы вот обычно перед боями всегда довольно уверены в результате, в исходе, но сейчас, я так понимаю, нет такой уверенности, да, учитывая специфику? Ну, почему? Это же, конечно, мы заходим к человеку, к профессиональному боксеру, тем более я смотрел Дурадову первые 4 раунда, он в натуре опасный, у него большую часть боев есть там один бой, где он в 4-м раунде сдал, но до 4-го раунда он там с макабы. Он газующий, он контрпанчер, он отвечает, ему любит подраться. Он и физически сильный боец, физически здоровый, крепкий парень, где угроза есть от него очень серьезная. Понимаете, это не такой, который в поздних раундах разгоняется. Есть такие боксеры, которые в поздних раундах, там, 6-7 разгоняются, и там 4-х раундов бой, он не успеет там ничего сделать, и можно накидать ему там. А этот боец с первого раунда опасен. Он такой, кто разбирается, он посмотрит его разбор, анализ его боев, и как раз-таки 4-х раундов по 3 минуты бой, это как раз-таки на его территории. Но и Мухаммад тоже в первых 2 раундах опасен. Мы это знаем. Я говорю, я тоже опасен в первых 2 раундах. Ну, а так, посмотрим. Конечно, я переживаю, волнуюсь, я понимаю, там чисто бокс, это чуть-чуть другая стихия, но у Мухаммада есть свои козыря тоже в этом бою. Он, у него скорость, у него тоже боксерское мышление есть. Ну, посмотрим, как это будет в ринге, мы увидим. Я надеюсь только на победу, а там уже ринг покажет. Понятно, что вы же как тренер, как человек, который выстраивает там план на бой и подготовку, вы оцениваете все риски, а вот какой наибольший риск, ну, точнее, наибольший риск чего существует для маги в бою против Дурадола? То есть, вот что может пойти не так, на что нужно обратить внимание по большей части? Я надеюсь только на то, что все пойдет так, как нам надо. Что Мухаммад будет, например, он более средний, вот Дурадола, он на более средней, ближней дистанции, он очень опасен, он может очень зарубаться. Нужно просто его вязать, например. Ну, там в любом случае будет понимание, наверное, иметь самоорганизацию, что выходит боец ММА и боксер. Где-то, может, какие-то скидки будут на вот как вот Конора с Мейвезером в бою видели. Где-то Конор там такие нарушения делал, где сам рефери закрывал глаза, уже установка была такая, понимание, знаешь, что там боец ММА против базового боксера выходит. Здесь то же самое. Главное, не дать ему разогнаться на средней и ближней дистанции. Понимаете, чтобы не дать ему разогнаться, все. А так с дистанции раздергивать, комбинации 2-3 ударов накидывать, сближаться, вязать его, опять с дистанции дергать, играть, накидывать 2-3 ударные комбинации, опять вязать его. Ну, вот такой план на бой, да. А там как получится, надеюсь, что все получится. Не дать ему разогнаться. Вот я же говорю, вот этот момент на средне-ближней дистанции, вот средне-ближней, он начинает, перед ним нельзя стоять вообще. Вот там, тому же, пример Кудряшов, вы уже видели, где он там начинал, где он начинает накидывать, он начинает, и если ему дать почувствовать запах, чувство того, что он если он почувствует, что он попадает, все, и он начинает уже заводиться.
А этого нельзя ему дать почувствовать. За это, ну, постараемся, чтобы все сделать так, чтобы выйти с победителями оттуда, с этого боя. Ну вот, получается, сам бой, он проходит в рамках турнира на РЕН-ТВ. И обычно на РЕН-ТВ сейчас дерутся, знаете, вот не всегда такие классические спортсмены. То есть, ну там, проводят бои там медийные ребята, типа Топора, Новоселова, Славы Дацика, Пулеметчика. А вот вас не смущает такое соседство? Мухаммад может и на топ-доге подраться, если ему заплатят нормальные деньги. И на хардкоре может подраться. Я же говорю, все. И любого спортсмена это не будет смущать, я вам говорю. У каждого просто своя цена и своя планка, за которую он может перешагнуть на любом турнире драться. Я же говорю, как может смущать? Не может. Сам оппонент главное. Мы с удовольствием Мухаммад с таким же оппонентом, например, как там Топор, там, провел бы за эти же деньги такой же боксерский матч в менее для себя, в менее безопасном режиме, побоксировал бы по игре, например. А здесь тем более серьезный вызов в лице Дурадолу, который 40 лет, ему 40-41, это не старый боксер, понимаете, там, если сказать, да, 50 лет, 41 год, мы же не знаем, в какой форме, может, он сейчас там вообще еще боевну, тоже может там действующий боксер. Это в любом случае это чуть-чуть другое. Почему? Сам бой, само противостояние – это серьезное противостояние, которое на уровне профессионального бокса, который даже Шердок можно за, я не знаю, он идет, Шердок там у них не идет, а так его можно как профессиональный бой по боксу, чтобы он Шердок шел по ну или иному. Понимаете? Это понимаете, если вот, а с Топором дрался бы там, ну, там с Джиганом, там с кем-нибудь другим там из хардкора, там такими бойцами, которые к боксу отношения мало имеют, которые, да, не как профессионально, а как шоу можно расценивать. А здесь как шоу плюс профессиональный бой. Поэтому риски есть в том, что Мухаммад может проиграть. Хотя это я выкидываю из головы. У нас план только на победу. Это получается, если вот Мага так победит, он может стать практически чемпионом Африки по боксу. Ну, это Мага победит, да, он может заявить о себе, как о боксере, неплохо. Уже люди поймут, а, вот Джон. И вообще можно будет, вообще, при правильном подходе, надо сначала пройти Дурадол, его пройти нужно. Это такой человек, которого так просто на словах мы-то можем его выиграть, надо же в ринге выиграть его. Если Мухаммад его выиграет, ну, не хочу говорить, если. Короче, там серьезные просторы раскрываются, понимаете? При победе над Анджелом Дурадолой серьезный простор раскрывается, вплоть даже там за океан, за океанским блогером, где можно газануть, понимаете? А там уже так, там много есть интересных предложений, которые будут поступать. Просто нужно выиграть этот бой. Вот все. Ну вот вы, получается, сейчас на подготовку к этому бою в том числе полетели в Таиланд, на Пхукет, где находится большое количество бойцов ММА, но я вот не очень понимаю, а есть ли там вообще боксеры, то есть с кем, ну, не самое ли важное здесь спарринги? Да, спарринги очень важны, конечно, но нету здесь спарринг-партнеров, мы через 10-го прилетим, мы рассчитываем, что он 3 спарринга проведет, приблизительной комплекции, похожие на... Он до этого, как сказать, похожий на Дурадолу. Да, да, Дурадолу. Главное здесь сейчас у нас тактический подход. Какие комбинации, что, как. Ну, тактическая работа будет у нас вестись. А уже по приезду 10-го, может быть, там 11-го спарринг, 12-го спарринг, там 15-го и там 17-го. День через день 3 спарринга он проведет, все. И вот 8-9 дней уже подводящие, аккуратненько. Ну, вот так, да, решили вот так. Ну, просто мало времени было на... Если сказали бы там через 2-3 месяца бой, я бы, может, даже не прилетел бы в Таиланд. Ждал бы, пока он сам приедет, здесь развеется, отдохнет. А месяц до боя уже эти 2 недели тоже каждый день важен для нас сейчас. Бой против Дурадолы по боксу – это единственный бой, который вы проведете до боя против Шлеменко? Все зависит от самого боя. Если мы выиграем его, иншаллах, если одержишь победу Мухаммад, может, всякое возможно. Только после боя можем ответ дать. Если как бой сложится, только после этого видно будет, будет ли еще поединок или не будет. Ну, это чисто бокс, да, если будет, то бокс, не ММА в любом случае. Да, чисто боксерское противостояние, да. И, ну, вы не берете ММА, да, чтобы не рисковать боем против Шлеменко, я правильно понимаю? То есть это все-таки другая подготовка, другая история? Ну, по ММА хотели мы с Сантосом бой провести, но Сантос как боец уже занят, у него бой там с другим человеком, это, да, с кем там. Алахердян. Да, 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 да. Мы не знаем, как этот бой, ждать его, пока он там, как он проведет его, травму получит, не получит. Мы же не знаем. Если уверенно сказали бы там Сантосом бой, все, мы газовали бы к Сантосу.
Ну, хотя все равно промежуточный бой, по-моему, тоже не помешал перед Шлеменко еще раз закрыть поражение свое и уже с новыми силами в бой. А раз он принял Ахмедяна, мы не знаем, как. Ты боишься, там даже может человек выиграть, но травму получить, и уже там месяц восстановления, а у нас нет этого месяца, понимаете? У нас сейчас, потом еще месяц Рамадан надо отдохнуть, до месяца Рамадана газ, потом отдохнуть, и уже вот к Александру будем готовиться. А вы сейчас следите за состоянием Александра, то есть у него до сих пор просто есть, ну, последствия травмы руки, которую он получил в бою против Гусейнова. Сейчас еще непонятно, состоится ли бой против Адилова в обозначенные сроки. Я не знаю, следите ли вы за этим? Ну, не знаю, я думаю, даже лучше будет, если не состоится этого боя против Адилова. Он будет более интересен, и зрители будут более его ждать. А мы не знаем с Адиловым, как пройдет бой. Это же мы не знаем. Адилов тоже непростой парень. Там может всякое быть. А в случае поражения Александра уже не так будут люди этого противостоять. Уже будет интерес в любом случае, но уже в любом случае пламя чуть угаснет. А когда если этого боя не будет, будут уже максимально зрители готовы к этому поединку. И он, мне кажется, взорвется вообще так по российским масштабам. Не меньше, чем Владимир Минеев и Исмаилов этот бой, мне кажется, будет. В случае, если Александр не будет проводить бой с Адиловым. Я так думаю, это мое мнение. А если будет, там мы же не знаем, как она завершится. Так а если Александр выиграет, он еще и чемпионом станет, получается, UFC. Вдвойне интересно. Ну зачем это если? Это если, видишь, это риск. Вот Мухаммад по боксу дерется, там-то что? Ну проиграет Мухаммад, скажет, ну по боксу проиграл, ничего. ММА – это другое, бокс – другое, как бы вот так. Ну, я так думаю, но мое мнение это. Конечно, а если выиграть, то вообще, конечно, это вообще сильнее подогреет. А так даже без этой победы над Адиловым Александр уже все доказал. Самое лучшее, мне кажется, ему дождаться просто, ну, залечить свои травмы и уже непосредственно с Мухаммадом выйти на бой. Это правильное решение будет с их стороны, я думаю.